Софи Каль, французская художница, писатель и фотограф, также занималась режиссерской деятельностью. Работа Каль отличается использованием интимных переживаний человека. Софи Каль родилась 9 октября 1653 года в Париже. Была дочерью Роберта Каль, онколога, бывшего директора Института Кюри, и коллекционера. Среди близких друзей имела много видных деятелей искусства. Познакомившись с ними, Софи решила сосредоточиться на художественном творчестве. В 70-е годы активно участвовала в различных политических и общественных движениях – маоизм, феминизм, пропалестинские партии в Южном Ливане и так далее. 7 лет путешествовала по всему миру. Вернувшись в Париж, она не имела ни карьерного плана, ни конкретных возможностей, без друзей. Она начала заниматься фотографией, экспериментировала. В своих работах Софи Каль стремится построить мосты между искусством и жизнью в виде инсталляций, фотографий, рассказов, видео и кинофильмов. Она является провокационным художником. Первой устроила выставку, на которой не было ни одной ее фотографии. Создает произведения с помощью банкоматов. В своих книгах она рассказывает о своих путешествиях, попытках и неудачах. Пытаясь найти или наоборот стараясь не находить себя, она следит за прохожими, примеряет их маршруты на себя. Работая в гостинице, фотографирует комнаты и личные вещи проживающих здесь людей. В 1996 году сняла фильм «No Sex Last Night». В центре Помпиду проходила ее выставку на тему «Видел ли ты?» в 2004 году. Ее работы регулярно выставляются в галереях современного искусства. «Берегите себя» – инсталляция Софи Каль, представленная на Венецианской биеннале с 10 июня по 21 ноября 2007 года. В качестве темы своей венецианской работы художница выкроила очень личную часть своей жизни, настолько личную, что почувствовать ее может каждый. Ведь у любого человека есть эта малая и огромная рана. Софи получила письмо, в котором говорилось, что все кончено. Она не знала, как реагировать. По ее словам, это было как будто предназначено не ей. Письмо заканчивалось словами «берегите себя». Она так и сделала. Обратилась к 107 женщинам, в том числе к 2 сделанным из дерева и 1 с перьями, выбранным по профессиональному признаку, с просьбой интерпретировать это письмо с профессиональной точки зрения, проанализировать, прокомментировать, а также станцевать, сыграть, спеть, вскрыть его, исследовать, разделить на части, исчерпать, понять за нее, ответить вместо нее. Это был способ отложить разрыв, прожить его в ее ритме, поберечь себя. Художница прячет лица за письмом или маской внешнего спокойствия, прячется за этих женщин. Инфантильно пытается пережить боль, раздавая ее другим, отказываясь выносить эту невыносимость. В объектах инсталляции использованы изображения только женщин. Реальные героини инсталляции реагируют по-разному в рамках своей профессиональной деятельности, но все одинаково задеты за живое. Софи Каль – художник, который рисует себя, раскраивает себя на полотна и сшивает свою жизнь из творчества. Сейчас Софи Каль 66 лет.